Друзья, всем доброе утро. Только начинает светать. Время 8 часов утра. В 9 утра будет запуск. А если я сказал слово запуск, значит, вы понимаете, что я сегодня на платном водоеме. А сегодня посетил Раменский район вместе с своим другом Алексеем. Он там собирает еще удочки, я уже расставил поставушки. Мы сегодня в рыболовном клубе «Чайка». Вот он за моей спиной. Уже порядка 40 человек, наверное, в будний день. Я не мог сюда не приехать, потому что, первое, очень много отзывов об этом водоеме. Второе, все его хвалили. Третье, мне безумно интересно было самому здесь оказаться, половить. Ну, что могу сказать? Территория сногсшибательная. Одни фонари вдоль дороги, что стоит? У нас на трассе таких фонарей нет. Здесь заезжаешь на территорию, все видно, отличная парковка, все почищено, беседки, горят огоньки, работает аэратор, и люди ставят снасти. Водоем большой, ну порядка, как мне сказали, 1,8-2 гектара. Вот. Каждодневные зарыбления. Основное здесь, сразу вам скажу, это есть народные дни. 150 килограмм зарыбляют, путевка стоит 1500 рублей без лимит. Есть обычные дни, вот как сегодня, 2000 рублей путевка без лимит. Разрешено использование двух пассивных, одной активной снасти. Можно купить доп. Снасть за одну за 500 рублей и три снасти за 2000 рублей. Это для любителей, вот, кто любит ставить поставушки и прочее. Ну и выходные. Запуск сегодня, кстати, 200 килограмм, да. И выходные запуск 250 килограмм. Иногда, я так понимаю, 300 килограмм бывает. Короче, рыбы много. В основном, конечно, с запуска все вылавливают, основную часть. Но посмотрим, как будет сегодня. Погода, достаточно сильный ветер западного направления. В районе нуля, давление высокое. Вот, через час запуск. Расставляемся, буримся, лед уже приличный, под метр, наверное. Ну вот здесь, собственно, выход на лед. Если вы можете видеть, здесь вот так вот лентой огорожена вот такая вот полоса. Вот люди здесь сидят, здесь разрешена только активная снасть. То есть она такая в ширину, наверное, метров 10. От майны вот так по всему периметру она вот так идет, дугой. Здесь можно ловить только на активную снасть. Поставушку здесь можно, по-моему, ставить только после обеда. Вот, водоем продолжается туда дальше. И вот здесь вот слева есть остров. И за островом тоже должно быть максимально интересно. Вот. Сколько у нас народу? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 31 человек. Алексей Александрович, поздоровайтесь. Да, доброе утро всем. Я свою рыбалку всегда начинаю с чашки чая. И мы сегодня находимся еще плюс в новом месте для нас. Рыболовный клуб «Чайка». Вот, пока. Как у тебя первое впечатление? Ну, первое впечатление... Мне как, пока без рыбалки, сказать, просто визуальное. Визуально нормально, да, но сейчас пока еще полной картины нету. Сейчас как расцветет полностью, тогда... Будет видно всю территорию, и будем немножко по-другому как бы понимать, что здесь вообще творится. Короче, предлагаешь попить чайку пока? Да, попьем чайку, сейчас расцветет, плюс дождемся запуск, и потом уже будем плотно заниматься. Все, я тебя рыбалкой. После запуска спрошу. Твои вторые впечатления. Хорошо. Глубина здесь до 5 метров, до 6 даже местами есть. Вот. То есть тут, конечно, плацдарм побегать, поискать форель. Приличный. Такой, достаточно приличный. Вот здесь вот остров находится. По-любому вот тут такой вот заливчик. Он, походу, не соединен, да? Ну, то есть тут есть где пошастать-то. Есть где пошастать. Короче, я так понимаю, там нет прохода. Там тупиковый залив, в котором она может быть. Там вот так тупик, и сюда выходит вот так вот, по-моему. Пойдем посмотрим, пока запуска нет. Я думаю, это просто... То есть думаешь, с той стороны тоже есть заход?
А сейчас мы узнаем. Вот, слушай, ты представляешь, как она может рыбу сюда свинтить? Вообще, я бы после запуска сюда пошел ловить. А можно спросить. Просто. Задать вопрос. Доброе утро. Добрый день, что ли? Да, здравствуйте. Доброе утро. А вот здесь он не соединен? Это полуостров? Нет, это полуостров. А, вот, видишь, там получается тупиковый залив с той стороны. Здравствуйте. Здрасте. Там получается тупиковый залив. Я понял только что. А я вот только хотел сказать, что по-любому вот там человек, Алексей сидит, я говорю, ушел от всей этой толпы рыбов. Я ненавижу, Денис, когда это там... Это правильное решение. Да, да. А вот я поэтому и хотел посмотреть. Здесь яма есть. Вот здесь вот. Поищи. А нам уже Оганесян сказал, да? Что говорит, там говорит, есть говорит, ямка 5-6 метров. А мне говорят, блогеры приедут. Я говорю, случайно не Денис Викторов. Он говорит, не знаю, говорит, я сразу такого думаю, даже не знаю. Сначала а говорит, да. На выставке с тобой фотка есть. Мы даже фоткались. И что, постоянно здесь вот так уходишь, тут ловишь? Я всегда ловлю, потому что тут сумасшедший дом. Короче, она здесь крутится. Это 100%. Ага. Но не всегда берет, понятно. Она что там, сидит, не сидит? Дергала хоть? Не. Нифига. Там стоит внизу белый червяк, а сверху, я его называю африканский флаг, коричневая с зеленой личинкой. Одна стоит в пол воды, а другая со дна. На какую клюнула, не знаю. Но она пожевала. Скорее, за личинку бы зацепилась, скорее всего, на белого червяка клюнула. Ну ладно, первая прям шел, она такая дынь. Специально бубенчик повесил, так не вешаю обычно. Просто здесь столько удочек, да, чтобы понимать, что это хотя бы моя. Водоем большой. Средняя глубина, наверное, двушка. Но есть и ямки. Вот, была уже поклевка на постовушку. Там ближе к садкам у меня. Но пустая. Видел, здесь поймали на пасту одну форель. Сейчас пока есть полчасика до запуска, с резиной пробежаться, прям особо не заморачиваясь, по 2-3 проводки в лунке и дальше. Вот одна вверх, вниз. Самое интересное на большом водоеме угадать, куда рыба пойдет. Немаловажный момент. Угадал с рыбой, не угадал без рыбы. Ну что, друзья, пробежал я тут 5-6 лунок с резиной быстренько, пока ничего не было. А, в дальнюю часть подъема ушел, посмотрел глубинку, нашел сразу ямку здесь интересную. Я думаю, что после запуска через час-полтора рыба в этот залив прийти должна, в теории. А там посмотрим. Народ весь сгруппировался у майны. Через 10 минут запуск. Ну что, поставим яркий VIP. Вот, у меня тем более есть новиночки. Сейчас, наверное, их и затестируем. Сразу подготовим несколько вариантов. И, короче, пойдем ждать прохода рыбы. Угадаем, не угадаем. Выбрали правую часть от майны. И посмотрим, будет там или нет. Вот, Алексей Саныч ходит. Алексей Александрович, ну что, были поклевки? Нет? Ну, сейчас пойдем на запуск. Наши луночки там отмечены. Пойдем. Пойдем, да, проверим. Надо сразу взять несколько вибов, наверное, коробку с собой. Сейчас, да, он уже готовится к запуску. Может, так пообщаться тогда, знаешь? Навеску хоть посмотреть. Взяла на вип. Стой. Торопиться не будем. Сошла. Есть.
щипало, щипало. Ух ты. Нормальный там лось сел. Опа. Есть почин. Красивенькая такая. Красивенькая. Тут-тут-тут-тут-тут. Здравствуйте. Помог, видишь? Подлёт поднял. Была ты же профи. Пол воды поклевка, я подлёт поднял, а она взяла сразу. Ну так уж. Нет, она вот когда так садится, это она берет. Хорошая рыбейка. Стандартная, базовая. У меня вот что-то такие пока попадаются. Не такая самая хорошая. С этими конями. Ну их лесом. Ну что, ребят, вот такие вот здесь классные беседки. Вот так они по всему вдоль водоема. Здесь строится гостиница. Вот это вот дальнее двухэтажное здание. Вот эта гостиница, она сейчас в процессе достройки. Вот, так что здесь прям красота, да и только. Водоем очень понравился тем, что здесь просто разнообразный рельеф. Он выкопан земснарядом. Здесь было болото, его копали, прочищали. Вот, и здесь такие перепады очень интересные. То 2 метра, то 4, то 3. Прям чуть лунку не попал уже. Ну, в другую лунку рядом сверлишь, а там уже другая глубина. В общем, короче, очень интересно это все дело здесь. Вот. Утром как-то у меня рыбалка на вибу пошла, были поклевки. Потом я решил перейти на силикон. У меня что-то не получается. Вот Алексей Саныч на силикон сегодня ловит. Он темку подобрал. Вон у нее какие толстопузые рыбы. Все на силикон жара бейтс. Что интересный момент. Был запуск. С правого края поймал одну. Был сход. Пустая поклевка на вип и маковом 70. Потом походил, поменял вибы и одну из-под льда поймал на фрап випхэт 70. Тоже яркий. И сейчас вся рыба вот как-то по поклевкам по всему пошла в левую часть водоема. Здесь справа глухо. Вообще еле-еле, даже поклевок нету. Поставушек стоит куча, толку нету. Сегодня рыба решила всех обмануть и пойти, короче, в другую сторону. Вон Леха уже базируется, сейчас будет переходить. Ну и правильно. Ну все, началась рыбалка, как называемая, в полях. Все, у запуска все по линии посидели. Клев там закончился. Кто успел, тот поймал. Я побегал. У меня на вип было 4 поклевки, один сход. 2 поймал. Одна пустая, один сход. И на поставушку была на Royal Yum Yum, на белой, одна пустая поклевка. Но сейчас люди все рассредоточились. Вот. Все вон бегают. Где-то что-то срабатывает. Вон сработала на середине поставушка. Короче, все в полях теперь. Ищут все рыбу. Сейчас буду тоже бурить. Наверное, беру в руки силикон. Вибо откладываю. И вперед. Друзья, ну вот рубрика «Теплый туалет», да? Здесь самое классное есть, и ни разу не видел ни на одном водоеме, комната матери и ребенка. Там нет никого. Смотрите, здесь какая история. Можно подгузники поменять. Здесь все тепло, обогреватель. Вообще супер просто. Такого даже нигде не видел, чтобы была такая комната. Вот. Ну и... вот такая красота. И сейчас закроем. Пожалуйста. О,
вышка просто. Издалека заметил, что Леха поймал. Спокойненько. Алексей Саныч, спокойненько. Это все по классике. Вы знаете, друзья, когда не клюет на колебалки или вибы, надо поставить резинку и немножко поиграть. Так оно и получилось. Ну давай, аккуратненько ее доставай. А, и приманчик-то. Мне тут сегодня сказали, что на розовый здесь не клюет. У-у-у, хороший. Узнаете приманочку? Сейчас, подожди, я там не видно. Ну, этот, на букву Б Бокстер. Буйраков, что ли? Буйраков поймал на Бокстер. Бокстер Фэт, друзья. Со дна? Нет, в пол воды клюнуло. Красавец, хорошая такая, слушай, батонище прям. Расскажи, как ты ловишь-то вообще? Я что-то не понимаю в этой жизни. Как у тебя клюет? Расскажи людям, как здесь надо ловить. Мне расскажи. Да как ловим? Обычно. Как обычно? Ну давай, где у тебя там клюет, на что? Опускаем и дергаем. Что, ну-ка подожди, ну-ка в камеру еще раз. Что ты там опускаешь? Это, сейчас подожди, сфокусируюсь. На это ты вот наколбасил рыбы? Бокстер Фэт. Бело-розового цвета. В пол воды? Да, в пол воды, даже чуть повыше можно. Переходим с одной лунки на другую, ищем рыбу. Рыба не стоит на месте, очень активно она передвигается. Поэтому, если не нашел сразу в одной лунке, нечего засиживаться. И быстренько убегаем на другую лунку. Что мы сейчас и делаем. Пойду тоже на какую-нибудь лунку. Рыбу в разных локациях, вон, то там, то здесь поймают. Прикольно. Не знаешь даже, где лучше пробовать ловить. Есть поклевки и со дна, есть поклевки и в пол воды. Здесь, как мне сказали, раньше болото было. И потом земснаряд здесь поработал. И, собственно, наделал тут очень интересного рельефа. И рыба здесь по этим буграм ходит, и здесь самый кайф. Очень много перспективных точек. Вот. Леха поймал вот на Бокстер совсем недавно, и у него еще была поклевка на бело-розовый. Я ходил на бело-зеленый, не видел пока ни одной поклевки. Сейчас поставил стингворм желтого цвета. Вот. Поставушки нет-нет, у людей постреливают, но прям вот локально. Видимо, попадаешь на какой-то вот бугор перспективный, и сразу происходит движняк. Ну, в общем, интересный водоем. Тут за одну рыбалку, конечно, все разобрать, наверное, нереально. Вот. Мы стараемся по максимуму охватить, побегать, посмотреть. На вибы неплохо сегодня ловят. Да, в принципе, ну, на все. Так или иначе поклевывает. Прям нельзя сказать, что прям супер-супер клев, но как бы и тишины такой нет. Постоянно какое-то движение происходит, так или иначе. Вот. Сейчас похожу с желтым стингвоймом по разным лункам. Глубины тоже разные. Есть прям какие-то пупки мелководные. Есть глубинные какие-то места. В общем, очень интересный водоем. Прям рекомендую к посещению 100%. Для любителей побегать, половить форель, мне кажется, прям один из идеальных вариантов. Тем более, что можно ловить на все. Ушла, но не взяла. Но она прям так стартанула, пошла на приманку, но не атаковала. Откуда она делась? Мимо шла, наверное, просто вот обратила внимание на приманку, но без атаки. Ну, здесь хотя бы это видно, что произошло движение, а так вот без эхолота ловишь, и бог его знает, было там что-то, не было. Вот сейчас вот было видно, что рыба подошла.
Причем она подлетела прямо к приманке, но что-то ей не понравилось. Цвет, игра. Это уже другое дело. То Леха на поставушку поймал. На резину. Резина, Лех. На поставушечку. Я еще так повернулся, думаю, одной поставушки нет, да что за ерунда. Спокойно, не торопись. А посмотрим. У тебя один там крючок? Один. Личинка? Ну так, поручье. По-моему, здесь в розовом цвете. Тут сегодня люди говорят, что на розовый здесь не клюет. Ты уже вторую рыбу ловишь на розовую. Спокойно, спокойно. Ну да, что-то такой батончик сидит. Давно я еще, друзья, не вывожу руками. Поэтому, обычно ногами. Поэтому как-то непривычно все это дело. Все, все, он уже здесь, спокойно. А, нет, друзья, вру. Там стоит роял Юм-Юм. Ну вот. Желтого цвета. И это уже другой разговор, Алексей Александрович. А то бручи какой-то. Ага, 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 спокойненько, спокойненько. Надо достать рыбку. Ой, она хорошо его так скела-то. О, как она его. Он не специалист по батонам, я смотрю. Тихо, 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 тихо. Ух ты. Алексей Александрович, ну вы сегодня прям по крупничку. Да ладно. А чё, ладно. Вот. Сейчас. Вон они, вот. Смотри, она как его хорошо съела, да. Вон они там весь. Прям четко вообще заела. Красивенькая такая. Класс, ну Лёха. Чистенькая. Чайка ее зовут? Чайка. 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 Даем ему. Рыба прошла от садков. Вот в эту сторону, вот так, вот так, вот так. И сейчас вот здесь вот народ полавливает. Вдоль береговой бровки. Она и посередине как бы попадалась. Но в основном вот эта часть водоема сегодня дает народу рыбу. Мы уже перебазировались с Алексеем Санычем. Пытаюсь на резину поймать. Хотя народ успешно ловит сегодня на вибы. Вибы работают разные. Ну тоже на вибы поймал, но хочу поймать на силикон. Просто принципиально уже даже. Ну сейчас был проход. Угу. Ну здесь полтора метра, где-то полметра от дна. Ой, снегири какие красивые. Я давно их не видел, сегодня только раз. Да, пропали, раньше везде были. Вон их сколько сидит, офигеть. Да, здесь красота. Да, здесь водоемчик хороший, тихо. Да, мне тоже понравился. Надо сюда будет еще приехать обязательно. И ценник такой вообще-то, ни о чем. По нынешним ценам. Согласен. Один из самых дешевых, наверное, платников. Говорят, выходные по 100-150 человек. Да. Это уже дофига, лучше в будни приезжать. Да. Вот так нормально, терпимо вообще. Да, никто не мешается, разделились. Ну что, друзья, время к 2 часам ближе. Водоем здесь, кстати, режим работы с 7 утра до 17 часов. Запуски происходят в 9. Вот. Причем не от количества людей, а, как я вам уже говорил, там в какой-то день 150 килограмм, в какой-то день 200, в какой-то день 300. В общем, каждый день запуски хорошие. Почти все вылавливается, но тем не менее многое и остается рыбы. Как уже сказали, здесь, наверное, подушка порядка пары тонн. Но это неудивительно, если каждый день запускать по 200, вылавливать там 180, 170, 20, 30 килограмм. Каждый день остается здесь уже. Рыба набилась
достаточно много. Очень такой неоднозначный рельеф здесь, неоднородный, вернее. Не то, что неоднозначный, очень интересный. То есть тут есть свои какие-то пупки. Нужно, конечно, изучать. Сегодня очень много времени потрачено на хождение, поиски, подбор. Ну, это первая рыбалка здесь, поэтому объективно всегда так бывает. Но могу точно сказать, что обязательно сюда, наверное, еще приеду. Будет интересно здесь и половить на спиннинг, потому что рыбы много. Водоем интересный, рельефный. Площадь позволяет здесь и погулять. Вот сегодня, несмотря там на человек 35-40 на водоеме, никто никому не мешает. Все рассредоточены. Есть теплая беседка, где можно попить чайку, кофе бесплатный. Со всякими бараночками, конфетками. Так что офигенный водоем на самом деле. Вот. А рыба к обеду, как всегда, встала в оборону. Народ потихоньку собирается, закругляется. Кто сколько смог поймать, кто угадал ход рыбы, кто уже, наверное, тут неоднократно ловит, знали какие-то свои определенные точки. Это прям вот видно там у одного парня очень хорошо. Работала одна постовушка, я вокруг там потом пошел, посмотрел. Там рельеф-то, мама, не горюй. У него прям бугор там четкий. Вот сейчас где-то просто выискивать единичную активную рыбу, которая еще готова сожрать, либо ждать какого-то вечернего выхода. Опять же, где она себя проявит. Такая рыбалка интересная, когда рыбы много, и нужно за ней поохотиться. Сегодня уже я видел, там есть и 9, и 7 поимок. Прям можно хорошо тут так отловиться. У меня сегодня всего пока 6 поклевок. 2 реализовал, 1 пустая. Но в целом для безлимита абсолютно нормальная рыбалка. Ирка-чайка, наверное, один из самых дешевых безлимитов, которые есть сейчас в Москве и Московской области. То есть здесь 1500, 2000 и 2500. И это единственный водоем, который я знаю, где в народный день происходит тоже запуск. Просто он происходит меньше. Вот. Водоем очень интересный, со сложным рельефом. Короче, интересная здесь рыбалка, и очень рекомендую. Ну что, друзья, будем завершать сегодняшнюю рыбалку. Ирка, чайка, водоем, на котором побывали впервые. Конечно, был первый блин не комом. Все-таки рыбу мы поймали с Лешкой. 5 рыбок, 1 не заснял. Вот. В принципе, сегодня рыбалка, наверное, ошибка была в том, что на вибы надо было подольше половить. Потому что основное было на вибы, хотя Леха поймал все на резину, подобрал, вот, нашел место. Водоем интересен своим неоднозначным рельефом, неоднородным. Я уже второй раз так говорю, неоднородным рельефом. Очень много столов, банок, рыба в разных участках поклевывает, ходит по водоему, и в принципе после запуска она клевала, ну, почти до часу дня, и потом случился провал. Сейчас мы у Лехи спросим на завершение, как тебе чайка, водоем, Лех? Слушайте, ну, водоем, в принципе, оправдал наши ожидания. Водоем новый, мы походили, поизучали, что-то мы поймали, конечно, не в количестве, но поймали. Пообщались с людьми, пообщались с администрацией данного рыболовного клуба. За это им огромное спасибо, очень большую информацию получили. Вот. Стоит сюда вернуться еще? Да нет, я думаю, конечно же, приедем, потому что, как сказал Денис Андреевич, первый блин комом, поэтому все-таки надо вернуться, надо еще половить. Рыбы здесь есть, рыбы много. Еще раз повторюсь, водоем большой, поэтому ходить, искать и ловить. А так отличное место, замечательный. Природа, беседки. Снегири сегодня там сидели. Снегири, да. Вот. Так что приедем обязательно. Супер. Ну, короче, сегодня основная задача была изучить водоем, впервые побывать, вам показать, рассказать. Действительно классное место, теплый туалет, классная дорога сюда, очищенная.
беседки, строят гостиницу. Однозначно стоит посещению. Кстати, навеска рыбы в районе 2 килограмм, наверное, где-то средняя. Кило 300-3 килограмма, ну, где-то средняя такая, 2 килограмма рыба попадается. Ну и работают разные снасти, разные глубины. Можно ловить и на поставушки, и на силикон, и на вибы. Тут уже, как говорится, мастерство. Спасибо, РК «Чайка». Однозначный лайк водоему. Самый бюджетный безлимит, который я знаю, с самым офигенным запуском каждодневно. Это о многом говорит. И пока здесь так, рекомендую к посещению. Ну а у меня на сегодня все, друзья. Всем счастливо, до новых встреч. Не забывайте палец вверх, колокольчики, бубенчики, вот это вот все. Пишите комментарии. До новых встреч на водоемах.